понедельник, 28 октября, завершилась многомесячная эпопея с замурованной могилой на Дмитрово-Черкасском кладбище. И вдруг сегодня вот радость у меня. Папа и маме память поставили. Об исчезновении оградки и памятника с могилы родителей тверетянки Нины Бобылевой мы рассказывали в июньском выпуске патрульной службы. Вместе с этим исчезновением могильный холмик был аккуратно выложен плиткой. Вот такую картину обнаружила Нина Бобылева, которая в Троицу пришла навестить родителей. До этого была могила и памятник, и оградка была, все нормально. Прихожу, ни памятника нету, ни оградки нету. И могилы нету. Да. А так вот это стоит, все. Нина Анатольевна в тот же день написала заявление в полицию. После этого были многочисленные протоколы осмотра места происшествия, хождение Бобылевой к администрации кладбища с просьбами вернуть памятник. Сотрудники полиции установили причину столь мистического события. Все банально. Рабочие, получив дистанционный заказ на благоустройство могилы родственников, просто перепутали место и стали благоустраивать другую могилу – Бобылеву. После того, как Нина Бобылева в поисках правды обратилась в патрульную службу, мы постоянно следили за ходом поисково-восстановительных работ. Помогли участковые уполномоченные Калининского отдела полиции. Они связались со строительной фирмой, которая выложила плитку, и сотрудники фирмы пообещали: памятник восстановим. Сегодня приехала, смотрю, памятник. Памятник хороший. Я очень понравилось мне, что этот памятник хороший. И вот уберусь, наверху, конечно, папа, внизу мама. Вот уберусь, все, сделаю, и будет вот памятник, оградку я покрашу. Эту роль не играет мне. Я рада, что памятник поставили. Очень рада. И спасибо Ирине и милиции, которая участковая и начальник милиции, что они мне труд минуты не кинули, а помогли. Большое спасибо вам.